Всех приветствую, гости, подписчики мои. Меня зовут Мария, вы на YouTube-канале «Из камней». Сегодня я вам покажу колье, которые уже давно собраны, но я не успевала сделать видеообзор. Итак, начнем. Первое, что я вам покажу, колье из желтого агата. Очень красивые бусины, оно перебиралось из другого украшения. Крупные бусины добавлены были в середину и мелкие по краям. Добавлен кулон под серебро. Это не серебро, а бижутерный сплав, но долго не темнеет, не ржавеет. Издревле считалось, что желтый агат притягивает удачу. Этот камень накапливает положительную энергию, служит оберегом для владелицы. Длина украшения 47 см, оно на мемори проволоке собрано. Ярко-желтый цвет подойдет как блондинкам, так и брюнеткам. Вы будете притягивать внимание к себе этим солнечным магнитом. Колье будет удачно смотреться как с V-образным вырезом, так и надетым под воротник. В зависимости от образа может служить как вечерним украшением, так и ярким акцентом в повседневном комплекте. Наиболее выигрышно будет смотреться в сочетании с белым, черным, изумрудным и фуксией. Также подойдет нейтральный серый цвет. А тут у нас двухрядное колье из натурального граната. Яркое украшение будет изысканно дополнять как платье, так и костюм. Выигрышно будет смотреться на одежде светлых оттенков. Образ можно дополнить темной обувью, темным низом, либо жилетом, жакетом. Идеально подойдет брюнеткам, шатенкам, а также выгодно подчеркнет темный цвет глаз. К полезным свойствам граната относит возможность наполнять энергией владельца. Длина колье 51 см, хорошо сочетается с водолазкой, одеждой с V-образным вырезом и блузками. Данное украшение является универсальным, подойдет как для дневных, так и для вечерних выходов. Образ рекомендуется дополнять серьгами или браслетом с натуральным гранатом. Колье из зеленого авантюрина. Нежно-зеленое украшение с 7 акцентами из крупных камней подойдет обладательницам зеленых глаз. Своим цветом будет напоминать вам о лете. Украсит комплект одежды в пастельных тонах. Удачно будет смотреться абсолютно с любым цветом волос. Данное колье уместно носить с водолазкой с O-образным вырезом. Длина составляет 60 см. Авантюрин считается ловцом удачи. Также ему приписывают такие лечебные свойства, как лечение дерматита, в том числе и аллергических. Уменьшение выпадения волос. Считается, что камень повышает иммунитет, что особенно актуально в сезон простуд, и просто помогает относиться к жизни проще. Не имеет ограничений по возрасту среди своих обладательниц. Подчеркивает красоту и молодой девушки, и зрелой дамы. Помимо всего вышесказанного, зеленый авантюрин является сильнейшим талисманом для привлечения финансов наряду с рубином. Рубин у нас дорогой камень, авантюрин же именно зеленый. Доступен практически каждому. Это недорогой камень. А здесь у нас авторское колье из агата. Нежнейшее колье спокойного песочного цвета станет прекрасным аксессуаром для создания нежного образа. Прекрасно дополнит романтичное платье. Колье впишется в базовый гардероб. Его цветовая гамма уместна и в офисе, и в учебных заведениях. Строгий классический стиль одежды усилит оригинальность дизайна. Подойдет голубоглазым и зеленоглазым красавицам. Благородно будет смотреться на кирпичном, терракотовом, пыльно-розовом цвете. Удачно сочетается с классическими бежевыми туфлями-лодочками. Длинные бусы из агата помогут побороть приступ тошноты, улучшить пищеварение, обмен веществ. Считается, что агат притягивает счастье и радость хозяину. Наиболее благоприятно бежево-желтые оттенки. Колье рекомендуется дополнить массивным кольцом. Это украшение из натуральной уральской яшмы. Колье создано из камней разной формы, подойдет дерзким девушкам, любящим эксперименты.
Змеиный принт на камнях уместно будет дополнить юбкой со змеиным принтом, туфлями, ремнем. Главное не переборщить. Вместе с тем натуральные цвета не делают украшение агрессивным. Украшение отличается своей универсальностью. Подходит как блондинкам, так и брюнеткам. Обладательницам русого цвета волос тоже стоит обратить на него внимание. Колье усложнит базовый образ. Станет притягательным аксессуаром в образе, отлично будет смотреться в сочетании с черной водолазкой, бежевым жакетом и джинсами. Древние люди верили, что камень защищает от злых духов и негативного воздействия. Следующее колье из натуральной пейзажной яшмы. Рисунок камня на колье напоминает осенние листья, колье буквально сотканное из октябрьских воспоминаний. Момент, когда золотая осень уступает права дождливой, за счет игры оттенков удачно будет выглядеть с любым цветом волос. Однако рекомендую присмотреться рыжеволосым девушкам. Данные аксессуары рекомендуется сочетать с однотонным верхом. Наиболее удачными вариантами будут O-образный вырез и закрытое горло водолазки. Черный наиболее удачно оттенит колье за счет контраста. Также вам стоит обратить внимание на это колье, если вы хотите увеличить не только физическую силу, но и моральный дух. Древние индейцы верили, что данный камень незаменим при вызове дождя. Украшения из яшмы рекомендуют хранить вблизи компьютера с целью уменьшения вредных излучений. Сегодня я вам еще раз покажу бусы из вердита. Это камень... Разновидность нефрита, его называют африканский нефрит, вердит его название. Бусы глубокого зеленого цвета станут ярким акцентом в вашем образе. Темный цвет беспроигрышно адаптируется к осенне-зимнему гардеробу. Оно подойдет кареглазым и зеленоглазым. Бусы выглядят элегантно, будут уместно смотреться в офисе. Лучшие сочетания будут с черным, фуксией, коричневыми цветами. Вязаная одежда дополнит образ. Также прекрасным дополнением послужат зеленые детали образа, будь то туфли, сумка, пояс и так далее. Африканский нефрит является полудрагоценным камнем. Нефрит приносит в жизнь владельца умиротворение и покой. Также считается, что камень придает упорство при достижении целей. На этом сегодняшний видеообзор закончен. Надеюсь, вам понравилось и смотреть, и слушать. Все эти украшения сейчас в наличии в моем магазине. Ссылки на основные разделы магазина я оставлю в описании под видео и в комментариях. Я проживаю в Подмосковье и отправляю свои работы по всему миру, поэтому можете переходить по ссылочкам и самостоятельно оформлять заказы. Если же не получается оформить заказ, можете делать фото экрана, видео, пока смотрите, и присылать мне те украшения, которые вам понравились. Надеюсь, вам что-то понравится и вы сделаете заказ. Если же покупать ничего не планируете, все равно подписывайтесь на канал. Скоро будет выходить серия видео о свойствах камней, магических, лечебных. Я буду рассказывать о минералах, в конце показывать свои украшения. Поэтому, думаю, и вам будет интересно. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.